2020 рік приніс світові пандемію, карантини, захворювання. Проте від нового року білого бика навпаки очікують позитивних змін. Астрологи кажуть, рік бика – символ спокою і працьовитості. Він принесе удачі в роботі, бізнесі та спорті. А ось особисті стосунки відійдуть на другий план. Чи вірять самі мешканці Дніпра в астрологію і прогнози, дізнаємось прямо зараз. Понятия. Мне, честно говоря, все равно. Я не верю в год быка, год крысы, поэтому абсолютно все равно. А вообще относитесь как к астрологическим прогнозам? Что знаете про этот знак? Про знак ничего не знаю, и я считаю, что человек сам решает и может предрешить свою судьбу. Белого быка? Ну, быка, ну, придется верить, если быка. Ну, это такое животное, мощное такое. Может, даст Бог, и в Украине будет порядок, наведем... Всі вместе сообща. Буде такий, як і цей рік. Лучшого не буде. Я ще даже не думала об этом. А к вообще к астрологии относитесь? Да, я верю. А во что вы верите? В астрологию. А что принесет год белого быка? Ну откуда ж я могу знать? Ну, вас уверить. Ну я ж не астролог, я не могу этого знать. Ну, пусть нам принесет здоровье всем и счастье в Украине. Мне нравится астрология. И там кое-что я, ну, смотрю по телевизору и все-таки вникаю и понимаю, кое-что сбывается. А что значит этот знак «белый бык»? Что он принесет? Не знаю. Надо у Дашки спросить, у внучки, она знает. Надеюсь, будет позитивно, не как 2020. Надеюсь, на... чтобы карантин, ну, пропал. Ну, надеюсь, что будет год легче, чем был предыдущий. Надеюсь, что справимся с ковидом, и настроение у людей поднимется, будет как-то надежда на лучшее. Ну, чтобы карантин, конечно, закончился, жизнь наладилась так, как была до этого. Я в этом деле вообще не соображаю ничего. Жду каких-то перемен в сторону приятного. В астрологии нет, ребята. Я только в себя верю. Надеюсь выжить в этом страшном мире. Если вот взять 2021 год, если написать его, ну, цифрами и перевернуть, то будет слово «соси». Поэтому я честно, ну, как бы, да, на следующий год я не возлагаю каких-то надежд. Вообще пофиг, чей год. Рік бика, як би кажуть, буде плодотворний. Він працює, земля дає плоди,